Ура! iOS 11 вышла! И в предыдущем видео я рассказывал, как можно установить новую операционную систему от Apple, но, к сожалению, это первая бета-версия, и она нестабильная, она плохо оптимизирована и работает очень плохо, тем более на старых устройствах. Поэтому в этом видео, как и обещал, расскажу, как можно откатиться на предыдущую версию iOS. Этот процесс ничуть не сложнее установки. Погнали! Итак, для того, чтобы у нас все удалось, нам нужен компьютер. Да, установить iOS можно без компьютера, но, к сожалению, откатиться можно только с компьютером. Итак, берем в руку наше iOS-устройство и выключаем его. Параллельно на компьютере открываем iTunes. После того, как iTunes открылся, можем подключать кабелем iPhone к компьютеру. И далее нам надо ввести iPhone в режим DFU. Как это сделать, сейчас покажу. Итак. Зажимаем кнопку питания и кнопку домой и держим их в таком положении 10 секунд. После того, как 10 секунд прошли, убираем палец с верхней кнопки питания и продолжаем держать кнопку домой. Если на компьютере появилось вот такое вот сообщение, значит у нас все удалось. Мы ввели iPhone в режим восстановления. Нажимаем вот на эту кнопку «Восстановиться». Все. iTunes начал процесс восстановления iPhone на iOS 10. После того, как устройство загрузилось, выбираем нашу резервную копию, о которой я говорил в начале предыдущего видео, о том, что без нее, без потери данных, вы никак не сможете восстановиться на предыдущую версию iOS. В принципе, это действие является последним, еще пару минут, и у вас загрузится прежняя версия iOS, и никакие ваши данные никуда не исчезнут. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, оценивайте это видео, пишите ваши вопросы в комментариях. Пока!